Пиршество русской кухни. Кулинарный чемпионат «Муромское раздолье» собрал сегодня в нашем городе 5 команд из Владимирской и Нижегородской областей. За состязанием лучших поваров наблюдала наша съемочная группа. Сегодня повара не удивят гостей заморскими яствами. Кулинары соревнуются в мастерстве приготовления исключительно блюд русской кухни. Символично, что чемпионат проходит именно в Муроме, в одном из древнейших городов России. Национальная ассоциация кулинаров очень важна именно вот такие малые города, как Муром, как, допустим, мы недавно были в Нижнем Тагиле. Потому что исторически Россия – это именно такие города. Нам очень важно, чтобы в таких малых городах развивался гастрономический бизнес. Он неотъемлем от национальной русской кухни. 5 команд, в каждой по 2 человека. После жеребьевки повара отправляются на кухню. Первыми к заданию приступили ребята из Арзамаса. Блюда подготовили специально для конкурса. Готовим рулетик из гуся а-ля Русь. Мы подготовили его специально к конкурсу, разработали технологию, современную подачу. Надеемся, что будем не хуже профессионалов. В противоположном углу кулинарного ринга команда из Выксы. Капитан Алена Тарасова на кухне уже 10 лет, так что незнакомая обстановка ее не пугает. На суд жюри ребята подадут совершенно новое блюдо. Тартар из мук с у нас с винегретом и грудка утенка с тушеной капустой с розмарином. Пока участники творят свои съедобные изыски, гостей в зале развлекают кулинарными мастер-классами. Обратите внимание, какой контраст. Итоги конкурса подводила строгое, но справедливое жюри. Оценивался не только вкус, но и внешний вид каждого блюда. Победу присудили команде из Суздаля. Всегда хочется достичь чего-то большего, поэтому мы стараемся преуспеть во всем. Также мы в прошлом году участвовали в «Шеф а-ля Рус», вышли даже в финал. К сожалению, там мы не очень успели подготовиться, поэтому не заняли призовых мест. Нам сказали на наши ошибки, поэтому все было справедливо. Мы постараемся в этом году преодолеть этот барьер. Второе и третье места достались командам из Мурома и Выксы. Но молодые повара не расстраиваются. Ведь в таких мероприятиях главное не победа, а возможность стать лучше на своем профессиональном поприще. Анастасия Белова, Николай Молодёнов. Новости Муром.